Технострой Олимп. Жилье, доступное каждому. Еще немного о культурных событиях. Библионочь-2018. Вечером субботы двери распахнули читальные залы города и района. На этот раз участники собрались исключительно в кругу друзей. Именно эту тему заявили организаторы акции. Наша съемочная группа заглянула на огонек в районную библиотеку на Красной. Смотрим. Тишину читального зала сменили звуки саксофона, запах книжных корешков смешался с терпким ароматом кофе. Но несмотря на особую обстановку, здесь и книжные новинки обсуждают. Я считаю, что эта акция, она преследует цель прежде всего, чтобы собирать людей умных, интеллигентных, образованных, которые могли бы и обмениваться информацией. Здесь царит атмосфера тепла и уюта. Может, поэтому люди не спешат по домам. Тем более, что в этот вечер библиотека открыта допоздна. И у клинчан была возможность заглянуть сюда после работы, поучаствовать в мастер-классах, литературных квестах, получить удовольствие от выступления артистов. Спасибо вам, дорогие друзья, дорогие ценители, дорогие читатели, за то, что вы нам доверяете и участвуете в наших мероприятиях. С праздником! Для постоянных посетителей «Библионочь на Красной» уже действительно стала настоящим праздником. Кстати, в этом году уже 7-м по счету. Акция прошла не только в Центральной, но и в других библиотеках района. Татьяна Барулина, Дмитрий Кириллов, «Новости дня».